МИД КНР выразил серьезную озабоченность в связи с планами США в Южно-Китайском море. Пекин призвал Вашингтон учитывать нынешнюю ситуацию, относиться к ней объективно и справедливо, играть конструктивную роль и предлагать совместные с КНР усилия в обеспечении мира и стабильности в регионе. В МИДе уверены в том, что американская сторона ясно понимает принципиальную позицию Китая в этом вопросе. Напомним, недавно американская газета Navy Times сообщила о намерении направить к островам в Южно-Китайском море американские военные корабли. Издание сообщает, что этот вопрос может быть решен на днях. Сама операция начнется в ближайшие 2 недели. Официальной информации от Белого дома пока не поступало.